Так, тихо, ребята. Да. Начинаем отсюда. Ладно, пошли. Тихо. Зарастает. А помните, сколько червей по этой спине ползало? А? Иди сюда, мой золотой. Дозорчик, иди ко мне, дозор. Иди сюда, солнышко, иди. Спинка зарастает у дозора. Все, мои хорошие, да. Маленькие мои, все скучают. Все скучают, маленькие. Да, котики? Ладно, мои золотые, мои хорошие. Мамины, дай ты, зайка моя. Все будет хорошо. Здесь другой начинается. Тихо, мои золотые. Да тихо, мои красивые мамины. Ай, мои маленькие. Мамины. Мои красивые, ты мое солнышко. Так. Эй, помните нашего ребенка с глазом пробитым? Вот он какой веселый уже в вольере скачет. Да? Котик мой, маленькие мои, листик, старичок мой, листик. Да ладно, и вы мои красивые тоже, мамины, все мамины. Да. Тихо, ребята. Ну, зайки мамины, мои хорошие. Ой, мои маленькие, какие красивые. Мы скучаем, нам не хватает внимания. Нам очень не хватает внимания. Господи, когда бы ты в гости приехал? Да приезжайте в гости все! Все в гости приезжайте! Ой, мои красавчики! Да. Мои маленькие. Мамины. Иди сюда, деточка. Ай, мои красавчики. Зайка моя. Иди сюда, солнышко, иди. Это у нас второй отсек. Здесь у нас... Да. Здесь те, кто постарше. Здесь те, кого мы уже стерилизовали. Да, мои хорошие. Да, мои золотые. Мамины. Утром вольеры убираются, но к вечеру уже немножко замусоренные. Бара моя, бара. Красавица моя, красивые девочки мои. Мамины. Солнышко мое, Индия. Ах ты моя красавичка.
Моя девочка красавица, такая огромная, красивая, молоденькая. Ей всего 10 месяцев. Котик мой золотой. Мои солнышки, да-да-да-да, мои красавицы. Здесь у нас заросли. Но у нас здесь еще один вольерчик есть. Это просто мы с тыла смотрим вход в этот вольер с другой стороны. Да-да-да-да. Тихо, девочки, соскучились все. Внимания не хватает детям нашим. Да ты моя плесунья. Мои красивые. Все-все-все, сейчас я зайду с другой стороны. Тихо, да-да-да. Моя маленькая, маленькая моя. Так, ребята. Здесь назад идем быстро, чтобы пройти по другой стороне. Да, малышня, купаемся, купаемся в трех тазиках сразу. Солнышки мамины, красивые мамины. Все, 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 сейчас пойдем еще один. Это был у нас второй отсек. Второй отсек. Теперь мы идем в третий. Да, мои красавцы. Христо мои золотые. Ах вы, карапузы. Кто воды налил? Эти любят купаться. Спасибо огромное за бассейн. Нам подарили бассейн. И вот так они у нас купаются. Да, и с этой стороны тоже мои золотые. Да, 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 да. Тихо, детка. Тихо, мои маленькие, все соскучают, все очень сильно скучают. У нас ласковые собаки, все ласковые, все хорошие. Мои деточки, да ты моя красавица. Да ты так прыгать умеешь, красиво, солнышко мое. Привет. Привет, мои маленькие, привет, мои солнышки. Кира, у нас инвалидов много, без лапок. Вот Кира без лапик. Мы еще двоих прошли. Да, здесь у меня старушки живут. Вот одна старушка, Любава. Это большая Любава. Мы ее забрали с цементного завода. Она очень хорошая девочка. Очень. Ей лет 12. Ну ничего. И вот еще одна старушенция у нас, да? Ты моя красавица. Мои хорошие девочки. Да, 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 да. Боня, Боня такая. Кира. Дольфик. Все, ребятки. Я вас очень люблю, мы идем дальше. Куда? Ну, куда я зайду? Так, это у нас был третий отсек. Да-да-да, мои хорошие. Вон там мы с вами ходили, заросли. А вот теперь смотрим эту стайку с этой стороны. Да, мои золотые? Мамины. Мамины, красивые мамины. Мои солнышки, красавчики. Тихо-тихо перевернешь. Ты тоже старушенция моя. Ну что, моя зайка? Моя красавичка. Ну что ты, мой золотой? Хорошая моя. Тихо, ребята. Тихо. Вот такие у нас дела. Вот так мы живем. Нас очень много, ребята. И я поэтому прошу всегда помощи. Посмотрите на нас. Посмотрите и помогите нам. Одного моего участия мало. Я пытаюсь сделать все, что могу. Тихо, тихо. Вы видите, что они творят. Да, 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 мои хорошие. Да, мое солнышко. Мамины, 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 детки. Хорошие мои. Мои солнышки, красавчики. Да, 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 да. Ну ладно, ладно. Мамины. Тихо, ребятки, тише, тише, тише. Ах ты моя красавица лесная. Скелет ведь в лесу нашли. Вот такая красотка получилась, а? Тихо, не надо ругаться. Бобби у нас живет давно, 6 лет. Он трехлапик инвалид. И очень диковатый, да, Бобби? Ну ничего, уже ребенок живет и живет. Его никто не обижает. Бобби! Да ладно, ребята, дайте мне пройти. Тихо, 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 ребята. Мои красавчики, лохматые. Пуфик! Ай, ты мой золотой, да ладно. Да ладно. Тихо, ребята. Мои мамины, мамины мои красавчики. Фокси, Фокси, Фокси. Ладно, ребята.
кенгури. Ах ты, кенгури. Вот это такая попрыгушка кенгури. Да, зайка моя? Маленькие мои. Мама не будет заходить, не будет. Так, это у нас был еще один отсек. Четвертый. Тихо, ребята. Тише, дети. Тише. Сейчас мы пройдем дальше. Ты мое солнышко, ты меня встречаешь. Красавица моя. Айка. Здесь у нас еще два вольера. Тихо, тихо, мои хорошие. Да ладно, ладно. Тихо, мои зайки. Ну, мои мамины. Мои красавчики мамины. Ну ладно, ладно, ладно. Котики, ну, мои солнышки. Да ладно, ладно. Ну, ты моя девочка, моя красавичка. Жалко их, безумно жалко, потому что им не хватает внимания. Да, мои солнышки? Ты же нам не хватает. Ой, ты красавица моя. Не надо меня обнимать. Мои золотые, мои красивые, мои маленькие. Все, пусти меня, детка. Тихо. Так, вот здесь мы сделали новый вольер. Зашили все досками. Да, спят они в домике. А эти товарищи у нас еще будки поставили у нас. Да, 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 да. Что, мои хорошие? Ребята, я недавно показывала вам видео, где у нас бардак был и грязь. Так вот, мы сделали здесь 5 вольеров. И у нас уже больше нет грязи. У нас все зашито досками, у нас чисто. Но мы все равно не помещаемся. Здесь у нас есть еще малявочки у нас. Да, 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 да. Тихо, тихо, тихо. Тихо, ребята. Тихо, 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 тихо. Все, 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 все. Да, иначе малыши выскочат. Да, половина еще здесь ходит. Нам еще нужно место. Нам нужна земля, нам нужна помощь, нам нужны люди. Да, мои золотые, мои красивые. Мамины, мамины. Вы такие вреднючие братики 3. Красавица моя. Мартина? А ты лежишь не хочешь, да? Ты моя золотая. Ай, мои красивые, хорошие мои дети. Так. Здесь у нас малыши и прооперированный мальчик. Да, солнышко мое. Его мы прооперировали вчера. Но на свежем воздухе ему легче отходить от наркоза. Здесь только 2 малыша, они ему не мешают. Они хорошо играют. Здесь у нас стайка наша. Да, 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 да. Здесь те, кто еще... Ой, скоро пойдет в вольер. Здесь выздоравливающие. Если идти в эту сторону. Здесь у нас кошатник. Здесь у нас киски наши. Там, вот мы сделали еще один вольер. Вот сюда скоро загрузим еще ребят. Как только сделаем для них навес, как только сделаем для них будки. Вольерчик будет хороший, но пока он пустой. Но он готов почти. А здесь для малышей, здесь для самых маленьких. Делаем ступеньки. А здесь у нас кошатник. Здесь наши киски. Кис-кис-кис-кис-кис. Так дружно, мяу, да? Ксюник. Вот эту малышечку я вчера нашла на дороге. Вот это чудо маленькое. Вчера нашли на дороге. Да, ее бы раскатали в машины. Красавица трехцветная. Что вы там докопцали? Маленькие мои. Ксюня. Ах, ты косоглазик маленький. Смешной, с косыми глазками, но хороший. Да, 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 да. Что, мои кисюни? Вот малышку, которому глазик удали. Кис-кис. Кис-кис-кис. Вот инвалидик он у нас. Но здесь им хорошо. Вон они ползают, как хорошо, да? Да, да, да. Кис-кис-кис-кис-кис. Вон там в домике они ночуют. Там у нас отопление. Вон там они лежат. Да, ушастики? Мои золотые дети. А еще 5 котят у нас сейчас на карантине. 2 с лишаем и 3 чихают. Вон там мы все. Мы везде. Везде, везде. И нам очень хорошо. У нас есть дерево, у нас есть тень. Да? Ушастики мои, мои золотые. Да красивые вы, мои дети. Ну вот, в общем-то, я и показала нашу жизнь. Начали мы от дома и заканчиваем от дома. Во дворе я не считаю. Нам главное
Вот здесь еще надо зашить железом, потому что когда идет дождь, он сильно заливает вольеры. Вот этот угол обязательно надо закрыть железом, но пока у нас нет возможности. Но обязательно это сделаем к зиме. Ну вот так. Да, солнышки мои. Да.